Мороженого хочешь? Не хочу. Почему ты по-грустному грустный, а не по-счастливому? Почему люди грустят? Потому что на душе тяжело. Тяжело, тяжело. А когда на душе тяжело? Когда человека кто-то обидел. А кто может обидеть? Кто-то очень дорогой. А кто бывает дорог человеку? Тот, с кем он счастлив. Ты был счастлив, потому теперь и грустишь, так? Вот и грусти по-счастливому, а не по-грустному.